В нашей программе звучало много разных рецептов, но не прозвучал один из самых важных. Рецепт женского счастья, которым с радостью делится моя бабушка. Для начала нужно взять от 50 до 120 килограмм свежего, молодого, красивого мужика. Детей, славы и денег можно добавить по вкусу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шепелев. Я готовлю на свежем воздухе по семейным рецептам моих знаменитых гостей. Все это называется «Летняя кухня». Добро пожаловать. Сегодня ко мне в гости придет одна из самых узнаваемых, любимых, что там, обожаемых актрис и телеведущих в Украине. Она поделится своим рецептом женского счастья, имя которому Игорь. Ждет он меня в беседке. Пойдемте знакомиться. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время приехать на летнюю кухню. Послушайте, ваша супруга в какой-то момент, а может быть и сейчас, потрясающе разбиралась в погоде в Украине. Ну, как у вас-то погода, расскажите, Игорь, как у вас в доме погода? Вы знаете, как правило, погоду делает Руслана до сих пор. И все у него получается великолепно. Пау-пау-пау. Кто же это придет к нам в гости? Руслана, погода. Интересно. В гостях сегодня в летней кухне Руслана Песенка. Встречайте, пойдемте. Пойдем. Мы сейчас тренируем мою походку. Да, привет. О! Хорошо, о! Держишься. Фу, хорошо. Красота. Слушайте, ребят, как классно, уютненько. Ну, добро пожаловать. Привет. Спасибо большое, что вы согласились приехать. Руслана Писанка и ее супруг Игорь сегодня в летней кухне. Вітаю вас, шановні телеглядачі, в студии Руслана Писанка с информацией про погоду. Самый успешный синоптик Украины, известная актриса и телеведущая Руслана Писанка на пике своей карьеры пропала с экранов телевизоров. И только ленивый не задавал себе вопрос, куда. А дело в том, что после затяжного шторма в личной жизни Русланы наконец-то наблюдается прояснение, безоблачности и осадков. И дабы не омрачить ясную погоду в доме, семейную жизнь телеведущая долго скрывала от пристальных глаз. Но сегодня на летнюю кухню она впервые пришла со своим мужем. Пришла, чтобы поделиться самым сокровенным – рецептом своего семейного счастья. Ох, ребята, вы не представляете, в каком я предвкушении от того, что вы будете готовить. Вы будете готовить два блюда? Мы будем готовить рагу овощное и будем готовить мясо. Мясо буду готовить я, наверное. Интересная заявка. Ну, в общем, этого и стоило ожидать. Хорошо, ну а вы тогда рагу. Давайте посмотрим. Я рагу, рагу, рагу. Покажите, какие продукты вы привезли. Так, сегодня Бог послал. Пожалуйста. Кусочек сыра. Красивые, желтенькие. Перцы. Так, немножко петрушки. Что это? Это что? Это кабачок. Кабачок. Перец. Это перец, кабачок. Это вино, вероятно. Это да, это да, это вино. Это прекрасные колбасы с запахом. Так, это чеснок, да, я вижу свекла здесь. Баклажан, баклажанчики. Морковка. Баклажанюлечки, морковочка. Ближе к делу. Вот, наконец-таки, мясо, которое будет готовить Игорь. И картошка, которую будет готовить мясо Руслан. Я так понимаю, что Игорь, получается, готовит мясное блюдо, вы готовите овощное. Это сказывается на вашем питании? Вы едите только овощи, а Игорь только мясо? Нет, или все, наоборот, все наоборот. Я готовлю мясо, но так. Ест его Руслана. Ага. А все остальное, что готовит Руслан... Нет, а все остальное, что готовит Руслана, тоже ест Руслана. А все то, что остается... Игорючек на голодном пайке у нас сидит. В гостях у Дмитрия Шепелева известная телеведущая Руслана Писанка с мужем Игорем раскрывают главный рецепт сезона – рецепт личного счастья. И его первым ингредиентом станет кулинарный компромисс между супругами. Только для того, чтобы порадовать Руслану, вегетарианец Игорь приготовит мясо по-аргентински. Я остаюсь один с мясом. Решитесь? А Руслана накормит мужа вкусным и красочным овощным рагу по фирменному отцовскому рецепту. Это обалденно вкусно!
и впервые расскажет о том, почему после невероятной популярности осталась без работы и средств к существованию. Одним словом, я собрался и повез чай Руслане, потому что у нее не было возможности выпить даже чая. О том, как знакомство через интернет изменило всю ее жизнь. Ой, так тяжело. Во время кризиса я сидела в интернете. О том, от чего отказался Игорь, чтобы сохранить отношения с Русланом. Игорь бы сразу был бы отправлен в отставку. И прямо на летней кухне Руслана Писенко признается, на какие жертвы пойдет, чтобы удержать любимого мужчину. Хочу признаться всей стране, Дима. Но прежде супруги расскажут, как замариновать мясо по аргентинскому рецепту. Так вы сказали, два блюда. Одно из них рагу, второе из них мясо. С чего начнем? Начнем, наверное, с маринада. Мы замаринуем все-таки мясо. Угу. Игоречек. Да, и пока оно будет настаиваться. Игорь поможет мне приготовить, а также надеюсь, что Дима и вы поможете мне приготовить рагу. Вы хотите мясо порезать, наверное, да? Так, я думаю, разделаем его. Как помочь вам с маринадом, Игорь? Смесь перцев вам предлагаю, между прочим, приправа Эко. Так вот, мы берем оливковое масло и немножечко сдабриваем наше мясо этим маслом. Так, то сюда же, да? Масло и будет маринадом. Наши люди как привыкли готовить мясо? Кетчуп. Что там еще? Кетчуп, лук, да? Майонез. Да. Майонез туда, майонез. Кефир, все это. А потом оно двое суток настаивается, потом они берут вот это вот, вытаскивают и начинают жарить. Мы готовим по-аргентински, без маринада. Так. Немного пропитается сливочным, оливковым маслом. Иберика, между прочим. Иберика? Да. Дмитрий, вы знаете, вот дома готовим точно так же. Я начинаю, а в конечном итоге все делает Руслан. Дима, когда давайте. Перестать? Думаю, достаточно. Да, прекрасно. Я очень рекомендую вам оливковое масло, не только потому, что это вкусно, но еще и полезно. Во-первых, что полезно в оливковом масле, что когда намазываешь руки, можно вот так намазать, да, смотри. Руслан, скажи, а если соль? Есть лишнее, можно еще вот так. Ты соль добавлял сюда? Нет, нет. Руслан, наберите соль, выше, да, что вы в самом деле. Слушайте, я такая голодная, можно я... Соль перед... Так, мы будем считать, замариновали, ну это если по-украински, а так просто сдобрили маслом мясо. И что, должно постоять или сразу его можно жарить? На мой взгляд, немножко постоять. Ну давайте отставим в сторону тогда и займемся рагу. Нам понадобятся все эти овощи, да? Рассказываю. Значит, сначала мы должны очистить овощи от кожуры. Желательно, если мы нарезаем вот так вот полукольцами, да, так. То и перчик тоже... Его можно вот так разрезать и вот такими вот полукольцами. Да не вопрос. Ага. Спасибо. Так, что нам еще понадобится? Помидоры, наверное. Обожаю. Баклажанчик. Давайте, баклажанчик. Его нужно в таком же виде. Будет исполнен. В чем секрет этого рагу? Интересно. В том, это семейный рецепт, да? Во-первых, это папа готовил, да? И первый раз я попробовала из его рук. Это обалденно вкусно. Получается, что вы готовите друг для друга. Игорь готовит мясо для вас, Руслана, а вы готовите рагу для Игоря. Получается так сегодня. Да? Я для тебя готовлю что-то? Хотя обычно мы готовим, конечно, вместе. Действительно так? Или да. Все-таки в семье есть кто-то один, кто готовит постоянно, а второй с телевизор и бутылкой пива Руслана? Игорь, пиво. Расскажи про пиво, пожалуйста, что-нибудь. Пиво у нас табу в семье. Как? Простите, я не знал. Пиво все, мы выбросили его. Нельзя из жизни. Пить пиво в вашей Нельзя семье? Нельзя пить пиво. Потому что мы хотим жить долго, так. Весело. Мы хотим в 75 лет самостоятельно передвигаться, перемещаться, не есть таблетки и не тратить бешеные деньги на операции, правильно? Так. 95. А Игорь 95 еще собирается совершить кругосветное путешествие. Игорь, послушайте, ну то есть вы любили пивко до тех пор, пока не посмотрели эту образовательную передачу, да? Когда последний раз вы пили пиво? Пока вот... Последний раз пока пиво... не познакомился со мной. Когда мы познакомились с Русланой, я еще его пил, но недолго. Так. Он приезжал ко мне в Киев на встречи. А вы, Игорь, откуда? Черкаса. Из Черкас. Привет, Черкаса. Так. Приезжал из Черкас. Я же не знала, что со мной он даже не предлагал, вы давай выпьем и так далее. Ничего такого подобного не было. Хотя мысли-то были. Так, и вот он приезжает с банкой пива на свидание. Боже упаси. Видимо, Игорь бы сразу был бы отправлен в отставку. Так как я в свое время написала портрет любимого мужчины. Так, интересно. Там есть две очень хорошие позиции. Пожалуйста. Например, с какими недостатками вы готовы согласиться, и какие вы не приемлете и не хотите с ними мириться. Так. Я в этой графе сразу написала, что курение, алкоголь исключены. Сразу нет. Да, если мужчина мне очень нравится, но он выпивает, и курит. Сразу нет. И как говорится, мысль материальна.
Да, и вот нашли вы Игоря. Руслан, вы пошли на какие-то уступки ради Игоря? Признайтесь. Я начала учиться. Смотри, я начала учиться. Учиться не спорить с мужчиной. Дима, это очень тяжело дается. Руслане очень тяжело. Вот, ну, но она старается, наверное. Ну, это заметно. Я нормально не спорю. Это сейчас я дурачусь немножко, а на самом деле я не спорю. Муж сказал спать, значит спать. Муж попросил кофе в постель. Я кофе в постель быстренько организовала. Муха. Я был уверен, что вы скажете по-другому. Муж попросил кофе в постель. Муж пошел и принес кофе в постель. Я сейчас подлизываюсь. То есть я сейчас эти самые очки, баллы зарабатываю. Нам нужно будет все эти овощи, которые мы нарезали для рагу, предварительно поджарить. Отдельно. Да, отдельно. Только, Дим. Все отдельно. Все отдельно, да. До какого состояния мы должны дожарить все до готовности. Вот мягкие-примягкие или просто золотистые-золотистые? А солить тогда? Ну, они должны быть готовы, потому что мы больше их готовить не будем. Мягкие-мягкие. Да. То есть это должно дойти... Причем картошечку можно посолить в конце, вот это можно присолить. Как вы познакомились? Как состоялась эта встреча Русланы и мужчины с портрета? Такая встреча Пигмалиона. Игорёш, ну скажи, вот ты сидел со своим сыном и думали, ну чем бы это заняться? Отдай-ка мы зайдем в социальную какую-нибудь сеть и посмотрим, много ли там звезд, понимаете ли, зарегистрировано. Сейчас шуточка какая-то. Нет, это я так рассказываю, но это правда. Вы познакомились в интернете? Я. Нет, просто Игорь напрямую вышел в мою страничку и написал мне письмо. Так. Ну, оно было очень оригинальное. Руслана, это вы? Я отличаюсь оригинальностью. Провал. Руслана, это вы? И так каждый день 500 этих вопросов. Он, в общем, сидя в Черкасах, сказал, не хотите ли вы выпить чашечку чая? Чая. На что я можно ответила? Бросить в игре. На что я ответила? Скалку лучше. Если я с каждым буду пить чай, то мне придется выпить Черное море. Что же было потом? Я очень хочу знать, что это после диалога. Я написала такую петицию, да? Так. Не пожалела времени. Да, не пожалела времени. Я Игорю объяснила, какое свое отношение к мужчинам, которые сидят в интернете перед этими мониторами и что-то из себя там воображают, даже. Даже боюсь спросить, Руслан, как вы его назвали, и даже не Ну, в общем, повторить. всякими там на букву И, на букву Д. На букву Д. Я так и думал, что буква Д должна обязательно быть. И что, друг мой. Друг мой. Итак, друг мой. Вот, я сказала, что вы сидите и не готовы к поступкам. Вы даже не можете совершить ни одного нормального поступка, чтобы завоевать женщину. И вот тут время для поступка. Что сделал Игорь? Он стал меня... уговаривать, не уходите, дайте мне свой телефон, я вам позвоню, мы поговорим. Я отнекивалась, потом он телефон у меня все-таки выпросил. Так. Выклинчил. Выклинчил. Да. Вымолил. Вот, вымолил, это правда. Я, конечно, не хотела, но ладно. Она не хотела давать. Не хотела давать, но дала. Вы знаете, Руслан, когда я получаю подобные сообщения, то всегда смотрю на фотографию. Что подкупило вас? Меня подкупило то, что мужчина сидел, рядом с ним был мальчик. То есть это был... Взял жалостью. Нет, то, что у него есть сын, значит, это человек, который что-то уже в своей жизни сделал. Так. Вот. Второе, это были две такие большие руки, вот так вот прямо на первом переднем Показу. Плане. Так. Две большие руки. Я подумала, о, мощный мужчина. Обратили внимание на снимок, да, мужественного мужчины? Да, ну, мужчина, в общем, был мужественным на снимке. Кстати, был кризис, у меня не было работы, я сидела вообще без копейки денег. Так. Руслана, прекращай, наверное. Во время кризиса я сидела в интернете. Дима, чем мне помешать? Познакомилась Спасибо. Там со своим будущим мужем. Ну, это, кстати, одним словом, я собрался и повез чай Руслане, потому что у нее не было возможности выпить даже чая. Вот, и Игорь пошел. Это был первый поступок. Игорь приехал, и знаешь, мы решили сделать такую культурную встречу, никаких ресторанов, так. Баров, да? Мы сразу пошли, домой. Мы пошли в сад. Подумал я, когда ехал к Руслане. Так думает каждый. Не-не-не-не. Мы пошли красиво в Софию. Ух ты. Все-таки Софийский собор. Это красиво. Это вот то место, да, где происходит проверка.
Потому что, когда я вот посмотрела на Марию Аранту, да, я поняла, что вот у меня охватили какие-то вот чувства. Каким было это свидание? Не продолжу. Ну, понимаешь, как говорят, что когда ты общаешься с любимой женщиной, то часы становятся минутами, а вот когда наоборот, то минуты становятся... Годами, да? Годами, да. Сегодня в гостях у Дмитрия Шепелева телеведущая Руслана Писанко с мужем Игорем. Супруги впервые появились на экранах телевизоров вместе, чтобы рассказать удивительную историю своего знакомства и поделиться секретами счастливой семейной жизни. Красочное овощное рагу от Русланы уже практически готово. Осталось дожарить овощи и приготовить для них специальную заправку – ароматный соус из помидоров. Аромат фантастический абсолютно. И очень скоро Руслана раскроет секрет, как найти идеального мужчину по списку необходимых качеств. Один к одному. Я вообще не похож, то есть ничего. Один к одному. Неужели Игорь приглашал на свидание и других звезд отечественного шоу-бизнеса? Сейчас обращаюсь я к вам, уважаемая Наталья Могилевская. Писал ли вам этот мужчина? Услышите сенсационное признание от Русланы Писанки. Чем прямо на летней кухне она пожертвует ради любимого мужчины? Сегодня в летней кухне телеканала «Интер» Руслана Писанка в последний раз. А также запишите рецепт фирменного овощного рагу, приготовленного телеведущей. На летней кухне телеведущая Руслана Писанко с мужем Игорем раскрывает главный рецепт сезона – рецепт семейного счастья. Красочное овощное рагу от Русланы практически готово. Очень скоро вы запишете его рецепт, а также узнаете, как приготовить заправку к рагу – ароматный соус из помидоров. У нас готова картошка, готова морковочка. Осталось пожарить перец и... Вот, буряки, как говорят в Украине, буряки, да? Буряки я сразу присаливаю, потому что они дают сачок, выпускать. Так, нам нужно будет еще жарить лук, свеклу и перец. Судя из вашего рассказа, вы решили оставаться экстравагантной во всем. Ну? И назначили первое свидание с человеком из интернета. Насколько Игорь был похож на тот портрет, который вы нарисовали? Вообще не похож. Один к одному. Вообще не похож, то есть ничего. Один к одному. Вот, например, я чувствую, мой муж пел. Пел? Да. Ну, хорошо пел. Я пою. Другой вопрос как. В общем, я скажу, что надо точнее писать. Полтора пункта совпало, да? Полтора совпало, но это уже хорошо, потому что иногда бывает ни один не совпадает. В общем, все, что вы хотите сказать, Руслана, нужно точно знать, чего ты хочешь. Да? Точно! Ну, судя по всему, у Игоря был точный рецепт, он искал Руслану Писанку, и больше ему никто другой не нужен был. Кстати, Дима, а он-то искал точно... Я-то не показываю свой список. Вот. Игорь, ты мне сказал, что именно со мной ты хотел познакомиться. Да, ошибся, Руслан. А я говорю, а почему не с Могилевской, например, там, не с Билой, да, почему не со мной? Вот мне просто интересно, почему со мной? Не знаю, рука... Рука потянула, да? Ага, понятно. Ну, наконец-то. Ну, просто узнала, не исключено, что список... просто одно и то же сообщение получили сразу несколько звезд вот. Украинского телеканала. А можно проверить? Так я же спросите, говорю, пожалуйста, что? Сейчас да. Наташа Могилевская получала ли она от меня приглашение выпить чай? А сейчас обращаюсь я к вам, уважаемая Наталья Могилевская. Пожалуйста, ответьте нам письмом, смс-кой, может быть, или электронной почтой. Писал ли вам этот мужчина? Наташа, позвони мне. Ну, это самое сложное рагу, которое мне приходилось готовить, потому что здесь есть уже и морковка, и баклажаны, и кабачки, и картошка. А еще мы добавляем сюда перец, который уже готов, добавляем сюда свеклу. И добавляем золотистый лучок, поджаренный на оливковом масле Иберика. Осталось поджарить... Как ты режешь? Помидор. Мелко-мелко-мелко мы нарезаем помидорчики. Мы сейчас просто сделаем прекрасный соус. Мелко не хочется, потому что уйдет весь сок. Давайте вот так, хорошо? Да, как, это достаточно. Как будем делать соус? Соус, мы помидоры на огонь, на сковородочку. Да, опять? Да, вот да, уже да, можно? Да, угу. Даже нужно.
Ну, я даже не знаю, до какого состояния мы должны держать помидоры на сковородке, потому что они без того жидкие. Они должны немножечко протушиться. То есть это, конечно же, не кетчуп, не самое. Ну так, согреться, скажем так, да? Ну, согреться, да, чуть-чуть подогреться. Подогреться. Должны чуть-чуть подогреться. Игорек, да. Пожалуйста, вот это мелко. Так, и что мы должны будем еще сделать с зеленью? Дим, с зеленью мелко-мелко нарубить ее. И мы тоже будем ее жарить? Мы ее потом уже в конце бросим, когда у нас будут помидоры готовы. Она должна буквально полсекунды, полминуточки протушиться. Ага. Вот, а я укропчик. Для аромата, да, я полагаю? Аромата, да. Мы должны теперь всю зелень. Зелень туда? И петрушка. Да. Давайте зеленушечку. Смотри, как красиво выглядит. И я. Отлично. Зелени много не бывает. Мы солили, Дима? Мы помидоры не солили. Хотите? Нам нужно немножечко соли и перца. Давайте щепотку соли туда. Не щепотки. Вот можно хорошо посолить. Вот так? Так, да. И смесь перцев я предлагаю. Прекрасно. И чуть-чуть чесночка. Ах, какой же... Аромат пошел? Аромат фантастический абсолютно. А у нас на летней кухне продолжение аргентинского сериала и аргентинского романа о том, как вегетарианец будет готовить мясо и что получится из семейного рагу Русланы Писанки, которая сегодня в гостях у меня на летней кухне, что очень приятно. Фирменное овощное рагу от Русланы уже готово. Тем временем начинающий вегетарианец Игорь готов приступить к приготовлению мяса по-аргентински. Я уже месяц не ел мясо. В дополнение к мясу Руслана приготовит сладкий соус из крыжовника. Соус готов! И расскажет, почему всеукраинская популярность стала преградой для ее личной жизни. А когда же личная жизнь? Ах, потом. Как несчастье поспособствовало тому, что все ее мечты осуществились? 8 месяцев я сидела без работы. И самое главное, на какие жертвы готова пойти Руслана Писанка, чтобы это счастье не выпорхнуло из ее рук? Я решила изменить свою жизнь. Но прежде вы сможете записать рецепт ароматного овощного рагу от Русланы Писанки. Игорёчек, барабанную дробь. Необыкновенно важное событие. Барабанную дробь. Нулью, ребят. Так. Красота. Красота, красота. Так, а я перемешивала. А вы перемешиваете. А я ем. Пожалуйста. Да. Смотри, вот лето уже почти уходит. Но когда мы смотрим на эти овощи, кажется, что лето продолжается и будет продолжаться, пока мы будем это есть. Глаз не оторвать от того, что мы сделали. Так и что, это все? Все готово? Да. Рагу от Русланы. Готово! Спасибо большое. Хорошо, пусть настаивается, а пока что займемся мясом. Но, Руслана, перед этим дайте-ка я, дорогая моя Руслана, запишу рецепт вашего семейного рагу. Пожалуйста. Картофель, свекла, кабачок, баклажан, перец болгарский, лук репчатый. Пропорция, я понимаю, один к одному. Один к одному, да. Все обжарить отдельно, по отдельности, смешать. И заправить это соусом из помидор. Зелень, петрушка, укроп и вообще любимая зелень. Чесночок, соль, перец. Ну, растительное масло или оливковое. Записано. Спасибо большое. Игорь, время заняться мясом. Да. Я напомню, что некоторое время назад... Отдайте нам нашу свинину. Мы порезали свинину, залили оливковым маслом и... травами. Да, самое главное сейчас, я так, насколько я помню, посолить. Посолить. Да, соль обязательно. Вот мужчина, соль, мужчина должен солить. Игорь, ну что, пойдем жарить мясо? Идем. Можем? Да. Хорошо. Наш мангал раскален совершенно до неприличной температуры. Да. Поэтому, Дима, вы открываете крышку. Вот это держит Руслана. Я думала, вот это держит мясо. Вот. А я буду укладывать. Спасибо. Скажи, а чем мы будем вот это вот гасить? Вон есть, вон есть. Дай сюда. Хотите, будем гасить вином? Нет. Нельзя? Нет. Игорь, совсем ненадолго оставляем мы вас для того, чтобы последить за мясом. Мы же с Русланой отправляемся на кухню готовить соус. Я остаюсь один с мясом. Решитесь? Я уже месяц не ел мясо. Не бойся, Игорь. Я не буду держать эту штучку, беги. Спасибо. Так, осторожно, главное, чтобы я не упала в мангал, потому что из вот меня вода. Получится очень, да, вкусная, хорошо, отбивная. Так, мы же с вами должны приготовить соус к мясу. Соус к мясу, да. Мы берем крыжовничек, наш любимый. Кстати, я замораживаю. Все надо почистить, да? Да.
С недавних пор я стала замораживать крыжовник. Именно крыжовник? Да. Почему именно крыжовник вы замораживаете, Руслан? Крыжовник, потому что из него вкусный соус получается. Именно соус к мясу? Да. Что нам нужно для того, чтобы приготовить соус из крыжовника? Корица, гвоздика и специи. Значит, мы сейчас берем водички. Сколько у нас тут? Где-то грамм 200, да? Значит, пол-литра воды. Ну, немного. Пол-литра воды. Вода. Где у нас? Сию секунду, давайте. Да? Боже, столько хозяек на кухне, столько хозяек. Ставьте. Как бы нам не поругаться. Отлично. Так, мы должны дождаться, наверное, пока закипит вода, нет? Неважно, можно сюда уже... Сразу бахнуть. Специи можно бахнуть. С мускатным орехом нужно быть осторожным, потому что его многовато. Он дает горечь, не нужно. Ага. Теперь палочка. Корицы. Вы знаете, я хочу с вами поделиться своими собственными ощущениями от вашего творчества, потому что в тот момент, когда к вам пришла вот эта вот народная слава ведущей погоды, я вообще жил в Беларуси. И после этого, насколько мне известно, вас пригласили на работу в России. Вы даже работали вместе с Валерием Меладзе, если я не ошибаюсь. Было такое. И вот тогда я узнал о вас, Руслана. И как складывалась ваша судьба после этого? Потому что я снова потерял вас из виду. Вы сказали, что когда познакомились с Игорем, вообще сидели без работы. Как это возможно? Для одной из самых популярных телеведущих в Украине. 8 месяцев я сидела без работы. Это было первые 8 месяцев длительного отпуска за всю мою жизнь. 8 месяцев? 8 месяцев. Длительного отпуска за всю мою жизнь. Но так получилось, что театральные проекты, все, в которых я работала и продолжаю сейчас работать, эти проекты были приостановлены, потому что был кризис. Телевизионные проекты тоже как-то не особо в тот момент не было ни новых, и меня никуда не приглашали. Кино тоже замолчало. Но как так получилось, видимо, мне судьба или Бог дали это время для того, чтобы я навела порядок в своей личной жизни. Потому что когда ты все время на гастролях, ты все время едешь, ты где-то живешь в каких-то гостиницах, нет времени спокойно сесть и понять, осознать, что тебе нужно, кто тебе нужен, зачем тебе все это нужно. Ну, то есть вот. Секрет женского счастья от Русланы Писанки – это сделать паузу, остановиться, оглядеться и пойти дальше. Это правда, Дим. Потому что, знаете, как говорят люди, женщины говорят, ой, сначала карьера, сначала я сделаю это, поступлю туда, потом закончу, потом я там пойду туда, потом я пойду туда на стажировку, и т.д. А когда же личная жизнь? Потом. А когда вдруг наступает какой-то пограничный возраст, когда уже понимаешь, что ты уже там не пионер и не девочка, то есть что нужно, в общем-то, какие-то сделать, предпринять шаги. Тем более, что я этого хотела, то есть мне нужен был спутник жизни. Зомби. Поехала. Добавляем крыжовник. Сахар. О, боже мой. О, боже, мы же сахара не положили, мама моя дорогая. Сахара мы кладем 100 граммов где-то. Так. Это три... Ложки. С половиной. Так. 3,5 чайных, столовых ложки. Ну, в общем, 8 месяцев у вас было для того, чтобы не только узнать, что такое социальные сети, но и переосмыслить всю свою жизнь. Ну, Руслан, сколько лет вы вообще этого ждали? Ну, когда что-то случается хорошее в твоей жизни, то тебе кажется, что ждал все это всю свою жизнь. Хотя были какие-то встречи, было общение, были какие-то люди в моей жизни, с которыми что-то сложилось, что-то не сложилось. Ну, как-то так. Итак, мы провариваем этот... В этот момент я опустил крыжовник, да, правильно. И он должен вариться. Как долго, Руслан? 10-15 минут. Совсем немного. Мы потом будем его мять. Потом мы будем его протирать сквозь сито. Так. Добавлять туда вино и крахмал. И получится такая вот густая, такой, как если бы в варенье вы добавили крахмал. Такой загуститель такой. Смесь киселя и варенья. Итак, у нас закипела эта вода. Смотрите, крыжовник полопался. Можно его давить? Можно давить. Мы варили крыжовник в сахарном сиропе с добавлением корицы. Мускатного ореха. Мускатного ореха и других специй, которые, в общем, вам по вкусу, любые. Так. Так. И теперь мы вот этой вот... через сито протираем ложечкой, так, чтобы вся мякоть из крыжовника ушла через сито, а все косточки и кожура остались. Вот. Это все вот так перетирается. Так. Так, ребят, я думаю, ну, что... Ну, прекрасно получилось, да. Смотрите. Это нам нужно? Это нам не нужно. Не нужно. Давайте не перепутайте. Да, вот это выбрасываем, это оставляем. Ну как? Ну круто пахнет очень. Очень круто пахнет. Вот, мы сюда должны еще добавить вино и крахмал. Дим, пока я поставила на очень большой огонь нашу заготовку для соуса, то есть как это уже перетертый... Как приготовить соус из вина? Нужно сначала... Вода.
нужно смешать крахмал с водой. Крахмал с водой? Да. Сколько крахмала? Крахмала весь. Весь? Да. Обалдеть. Да. Итак, мы смешали крахмал с водой. Это мы добавим в наш соус. Нам нужно будет аккуратно влить крахмал, разведенный в холодной воде, влить вот в наше закипающее чудесное... Итак, аккуратненько. В наш соус из крыжовника. Да. Загусть. Осторожно, тоненькой струечкой. Вино. Достаточно? Достаточно. Так. Достаточно. Белое вино к мясу. Занятно. Почему не красное, Руслан? Дело в том, что это не вино к мясу, это вино к соусу. Хорошо. Если мы остановимся, у нас все начнет сворачиваться, превращаться в какую-то страшную... Вот. Смотри, вот я. Я как мясо. Когда можно остановиться, Руслан? Скажите. Все. Так что, соус готов? Соус готов! Класс! Игорь, как дела? Отлично. Мясо? Готово. Сгорело. Готово. Хорошо. Ну что, я несу тогда тарелку для того, чтобы забрать у вас, Игорь, мясо. Я не отдам это мясо. Не надо забирать у меня мясо. Я думаю, готово. Выглядит очень неплохо. Ну что, мясо готово. Добавить к нему соус. Да. На летней кухне телеведущая Руслана Писанко с мужем Игорем. Сегодня супруги впервые рассказывают удивительную историю своего знакомства и делятся самым сокровенным рецептом гармоничной семейной жизни. И совсем скоро вы станете свидетелями развязки аргентинского романа по мотивам жизни Русланы Писанки. Отчего прямо на летней кухне готова отказаться телеведущая, чтобы удержать любимого мужчину? Сегодня в летней кухне телеканала «Интер» Руслана Писанко в последний раз! Какой хитростью поделится Руслана со всеми украинскими женщинами? Все-таки, женщины, берегитесь, не слушайте мужчин. В чем секрет приготовления томатного сока от Русланы и Игоря? Как кровь. Как желтая кровь. А также запишите рецепт мяса по-аргентински со сладким соусом из крыжовника. Ну что же, готово мясо и готов соус. Я хочу записать рецепт. Берем ошеек свиной. Нарезаем его крупными кусочками. Это маринад, черный перец и оливковое масло. Без соли. Да. Через полчаса посыпаем солью, причем так хорошо. Сдабриваем солью. И на мангал. Жарим до готовности. Параллельно мы готовим соус. Соус. Берем 200 грамм кружевника, потом пол-литра воды, корица, мускатный орех, гвоздика. Варим сироп. Сироп и варим очищенный от этих плодоножек крыжовники. Сироп – это вода и сахар? Сахара, кстати, 100 граммов. Перетираем через сито, оставляя в сите все, что нам не нужно для соуса, полученную массу. Провариваем ее, доводим до кипения, добавляем вино белое и тонкой струйкой крахмал, разведенный холодной водой. Крахмала где-то... Ложки 2-3. 3. Соус готов. Рецепт семейного счастья от Руслана и от Игоря был бы неполным, если бы мы ко всему этому изобилию, мясному и овощному, не добавили что-нибудь сладкое. Это будет последний штрих перед тем, как мы набросимся на эту вкусноту. Или это будет что-то не сладкое? Это будет что-то не сладкое. Соленое? Скорее даже соленое. Нет, это будет не сладкое, не соленое. Как это кровь? Кислое. Как желтая кровь. То есть мы будем готовить томатный сок? Да! Рецепт от тещи. Да, от тещи, то от моей мамы. То есть мама моя с детства, моего детства готовит томатный сок. Я привыкла ко вкусу домашнего томатного сока, поэтому не воспринимаю магазинный. И поскольку я готовил не один раз этот сок дома с тещей, все это делать буду я. Кроме томатов, что нужно для того, чтобы приготовить томатный сок дома? Нужен еще Игорь. Нож и нож. Еще нужна соковыжималка. Игорь, интересует два вопроса. Вы будете готовить томатный сок по рецепту вашей тещи. Любимой тещи. Молодец. Дина Васильевна, привет.
Я верю, что здесь не слишком большие ломки. Нет. Я это делал не один раз. Я знаю, как это делается. Вот что мне нравится, Руслана. Во-первых, вы не отказываете себе в любимых блюдах. И, например, можете позволить себе съесть немножко мяса. Но при этом ни за что не забывайте о том, что еда должна быть полезной. Это полезной, здорово. Да. Единственное, что, конечно же, вот хочу признаться всей стране, Дима. Ну? Я долго работала над собой, я худела, я занималась, я плавала, я отжималась, я качалась и так далее, и так далее. Вот пока я не встретила Игоря. И после этого перестала. Я похудела. Ну, Игорь, подожди-ка. Ну, извините. Ну, я похудела, я так подтянулась, у меня уменьшились размеры, я радовалась, что я могу уже что-то себе покупать, а не жить специально на заказ. Да, я познакомилась со своим мужем и все-таки начала немножечко его баловать всякими вкусностями, я стала немного больше, чем я бы хотела быть, чем я была, чем... И чем я буду. Тот уровень, к которому я пришла буквально несколько лет назад. И? Теперь вас это не пугает? И теперь меня это очень сильно пугает. Я хочу признаться всей стране в том, что я поправилась, выйдя замуж. Это неправильно. Я решила изменить свою жизнь. Так, интересно. Я отставлю от вас мясо подальше. А я? Я, значит, хочу сейчас просто признаться. Так, внимание, признание Русланы. Пожалуйста. И пообещать всей стране, что я прекращаю потребление мяса для того, чтобы похудеть. Записали это? Сажусь на диету. Ну, я последний раз съем мясо и больше не буду. Сегодня в летней кухне телеканала Интер Руслана Писенко в последний раз. Ну как, в этом году? Дима, повторите это еще раз, пожалуйста. Последний раз ест мясо, которое приготовил ее любимый мужчина. Руслан, послушайте, ну я думал, что вы скажете совсем другую вещь. Я думал, что вы скажете: так, ну я встретила любимого мужчину. Он любит меня, такой, какая я есть. Зачем мне меняться? Зачем мне ходить в тренажерный зал? Я люблю его, он любит меня. Мы едим вместе, и больше нам ничего не нужно. И тут такое признание. Дима, так говорят мужчины женщине в первый год знакомства. Ты мне нравишься такая, все хорошо. Но проходит время. Вы грозите чесночком, и я чувствую себя неловко. Так. Приходит время, и вдруг мужчина начинает говорить: слушай, что-то у тебя так, животик стал больше, там, что такое, раз, оп-оп-оп. Как, у тебя стал больше животик? Нет, у меня не стал больше животик, он просто чуть-чуть вырос. То есть появляется какой-то новый взгляд на женщину, и то, что вчера казалось симпатичным, милым и очаровательным, сегодня может уже не понравиться. Поэтому все-таки, женщины, берегитесь, не слушайте мужчин, ходите в зал, занимайтесь. Почему берите же пример с меня. Я завтрашнего дня, то есть сегодняшнего, Руслан, я уже иду, ну, не знаю, как бы, тренажерный зал, бассейн, массаж, капсула, ну и так далее. И все ради любимого мужчины. Нет, я все это делаю ради себя. Буду делать, когда поем мясо. По рукам. Осталось совсем немного до готовности томатного сока. Значит, что сделал Игорь? Он сначала порезал томаты, после этого помял их руками, да. А сейчас поставили все это в кастрюлю. И чего мы будем ждать? Мы ждем до того, как эта вся наша масса закипит. Закипит. Доводим до кипения. Хорошо, давайте подождем. До первых, так сказать, пузырьков. Дима, это готово. Да? Да. Дима, рассказывайте, как пользоваться сим чудом. Сейчас попробуем, сейчас как-то будем жонглировать. Сейчас будем. Итак, я нужно включать. Солнце взойдет. Все, Дима, и заталкивайте туда. А я льется. Смотри, полез мусор. Вот отсюда мусор лезет. Держи вот так. Прекрасно. Все. Есть. Вот сок получается. Наконец-таки волшебный желтый сок готов. Да, послушайте, а я хочу все спросить, а почему мы все-таки варили помидоры? Игорь? Потому что сырые помидоры не очень хорошо выдавливается сок. А после того, как они приварены, шкурка и косточки очень хорошо отходят. КПД намного больше. Секрет прост. Да, но нужно довести до кипения, снять пенку и только тогда налить в простерилизованную банку. И самое главное, моя теща это делает без соли. Вот как пахнет, да? Вот пахнет пеночка круто. Пошла. Пеночка. Вот он, появляется запах томатного сока. И вот это вот
настоящий. Пенку надо снять для того, чтобы не взорвалась банка. Что, мне кажется, что наш томатный сок готов, и мы можем смело влить его в эту банку. Дим, сначала чуть-чуть сначала наливаем. Чтобы банка нагрелась, да? Да. Дай мне карандашик. Вот, потом делаем вот так вот. Дин-дин-дин-дин-дин. Все. Моем. Ах, как красиво-то, а? Холодной зимой солнце будет светить у меня в погребке. Имя ему томатный сок. Томатный сок. Тещи Игоря. Да. Берем томатные томаты желтого цвета. Разрезаем на 4 части каждый. Кладем в кастрюльку, придавливаем. Доводим до первых признаков кипения. И в этом полукипяченом виде отправляем их в соковыжималку. Выжимаем сок, ставим на притор. Кипятим и снимаем пенку. Да. И потом наливаем в простерилизованные горячие банки и укупориваем. Попрошу вас, друзья мои, оставьте, пожалуйста, на этой наклейке летней кухни ваш автограф. Дмитрий, что вам написать? Пожелайте мне счастья в личной жизни. Руслана П. Я хочу сделать вам подарок в благодарность за то, что вы пришли сегодня на кухню. Это мультиварка «Сатурн» от нашего спонсора компании. Это что, правда? Ребят, это вам самое важное, друзья мои, зрители программы «Летняя кухня». Нам сейчас предстоит выполнить самую главную миссию сегодняшнего утра. Не только попробовать все блюда, которые приготовила Руслана и Игорь, а главное — записать самый важный рецепт их гармоничного и счастливого союза. Ребята, приглашаю вас за стол, чтобы наконец-таки все попробовать. Рассаживайтесь, пожалуйста. Игорь, пожалуйста, вот сюда. Приятно было с вами, ребята. Весело было с вами. И вкусно, я знаю, тоже будет. Спасибо большое, что вы были сегодня с «Летней кухней». Пока вы пьете, хочу сделать вам подарок. Это подарочный сертификат от спонсора выходных интернет-супермаркета «Розетка.UA». С пустыми руками от меня никто не уходил. Вы тоже не уйдете. Я хочу вручить вам этот сертификат. И рассчитываю на то, что благодаря ему вы будете еще больше времени проводить вместе, экономить время на покупках и наслаждаться друг другом и своим счастьем. Дим, спасибо. Пожалуйста. Большое. Мы тронуты. Угу. Руслана. Сохрани это. Теперь, конечно, самое главное. То, с чего мы начинали нашу программу. Я обещал, что Руслана Писанко сегодня поделится рецептом женского семейного счастья. Да. Так. Уже делюсь. Ну, давайте. Итак, берешь от 50 до 120 килограммов крепкого, здорового мужика. Так. Соединяешь его от 120 до 185 свободных килограммов красивой, молодой, крепкой женщины. Запираешь их, так сказать, в каком-нибудь поле, в сарай. Да. И, ну, не поджигаешь, нет, не поджигаешь. На самом деле, Дима, никаких рецептов нет. Нет рецептов. Нужно жить, пробовать, интересоваться, сомневаться. И вообще надо регистрироваться, да. В зарегистрированном браке жить. Тогда все станет понятнее. Потому что как только мы живем в свободном, ничего не понятно. За брак. Ну, вам видно. За союз. Как неприятно готовить на свежем воздухе, пора перебираться под крышу дома. А в теплой компании, в уютном доме, да еще и под хорошее застолье, чего только не расскажешь. Коньяк, конечно. На осенней кухне еще больше семейных тайн. И вдруг как бросится! Еще больше фамильных секретов. Ты пророк, у меня ломало страшно. И, конечно, еще больше новых блюд. Этим буду заниматься я. Когда за окном непогода, так приятно оказаться в уютной и теплой компании Дмитрия Шепелева и его новых звездных гостей. И самое ваше... Программа довела меня до слез.